Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Праздник наш женский закончился, к сожалению, и по этому поводу думаю, дай продлю настроение девчонкам и объявлю распродажу глобальную. Глобальную на всю неделю, каждый день будет видео с распродажей. Сегодня Юмилу посмотрим, что предлагаю по распродаже. Если успеем красную пресню, если не успеем, тогда завтра красную пресню посмотрим. Так что все очень-очень радуемся. Распродажа, кстати, уже вся на витрине. Все выложено сценами. Там новые сцены распродажные и старые, которые были. Если интересно, смотрите и заказывайте. Конечно, там будет побыстрее, чем пока вы мне пишете. Изделия практически все вот в единичном экземпляре, поэтому... Кому надо по распродажной цене, советую как бы быстрее реагировать. Так, поехали. Браслет Шанхай. Браслет Шанхай от Юмилы. Замочек карабин. Браслет тяжелый. Так, размерчик. Размерчик у него 18. Артикул 10986. Это вам по поиску для витрины. Или в отдел просто распродажи заходите, там все по распродаже. Вес 37,07, цена новая 5,150. Сколько стоил, не помню, но на 1000 дороже точно. Вот такой вот браслетик. Да что ж прилепилась ко мне какая-то ерунда. Это вот от этих бирочек отпадают вот эти синенькие кружочки. И они все время на меня налепляются. Дальше браслет Египет, который с фараоном. Замочек, как у часового, или замок коробочка. Здесь египетские мотивы. Вот такие. Он у меня остался один. Так, B10100 артикул. Вес 33,11. Размер 20. Цена новая 4,480. Был он, по-моему, 5,600. Честно, половину цену уже не помню. На витрине можно посмотреть, повторюсь. Так, еще вот такой браслет Египет. Широкий. Здесь замочек карабин. Так, их у меня несколько. Размер 19, 19,5 и 17. Артикул 10614, средний вес 30 грамм с лишним. Цена 4770 по распродаже. Так, вот они у меня браслетики. Просто не стала доставать. 17, 19, 19,5. Дальше что-то у меня будет комплектами, не комплектами. В общем, сейчас все покажу. Так, вот такие серьги остались. Арктика. Артикул 10164, вес 6,69, цена 1300. Здесь очень хорошо замочек занижен и на крупную мочку подходит. Вот такие сережечки. Дальше. Комплект поляна. Но он там на витринке отдельно. Если кому-то что-то одно надо, серьги, например, или кольцо, то там можете отдельно это все оформить. Так, комплект поляна. Здесь серьги полукольца. Вот такие. Тут все такое цветочно-ажурное. Большой замок. Кому надо, можете заглушечки мне напомнить или там на витринке сразу заказать. Артикул комплекта 10114. Вес серег 7,65. Цена 1220. Кольцо. 10114, вес 4,16, размер 19, цена 990. Ну вот кольцо единственное, что я бы взяла прям немножечко маломерит из-за ширины. Скорее всего, на 18,5 будет получше сидеть. Дальше. Комплект Плюмерия. У меня остались серьги и два кольца.
Вот так вот это выглядит у нас комплектиком. Крупные серьги, большой замок на любую мочку подойдет. Очень хорошо смотрится. Артикул 20278-2, вес 8,82, цена 1650. Колечко у меня в двух размерах. 20278, размер 18,5, цена 840. И размер здесь, и здесь тоже 18,5. Да, два кольца одинаковых. Далее набор Лисан в нанокерамике. Вот так он выглядит. Сейчас. Вот так вот он выглядит. Нанокерамика, серебро, 925 пробы, все как положено, все юмиловское, заводское. Просто бывает некоторые комплекты как-то уже хочется продать. Так, здесь очень хорошо тоже занижен замок на крупную мочку. Артикул SN 20282, вес серег 8,12, цена 1850. И кольцо большое 19,5, КН 20282, цена 1300. Так, набор Нейлия, тоже в нанокерамике. Вот такая изысканная восточная красота. Не знаю, почему восточная, мне почему-то какие-то вот восточные мотивы это напоминает. Очень хорошо занижен замок на любую мочку. Артикул 20230, цена 1400. И кольцо 17 размер, вес 4, артикул 20230, вес 4,52, цена 1120. Набор Анкара, тоже в нанокерамике. Здесь небольшой размер кольца. Вот такой наборчик. Графичный очень. Артикул 262. Вес у серёг 4,91, цена 1120. Занижен замочек. Тоже можно на большую мочку попробовать. Так, цену сказала, а колечко 16,5. Артикул такой же, 262, вес 3,04, 16,5, 900 рублей. Цены вроде все исправил. А может и не все. В общем, на витринке посмотрите. Так, далее. Набор Дарина. Сейчас я его... Вот такой. С чернением. Очень красивый крупный наборчик. Занижен замок. На любую мочку подойдет. Артикул 20174, вес 5,43, цена 1000 рублей за серьги. И 20174 кольцо, размер 18, цена 900 рублей. Комплект клён. Не хочет он расставаться с кольцом. Сейчас. Запуталась. Ну ладно, так один. Комплект клён. Вот так вот он выглядит. Листочек клёна такой ажурный. Получается. Серьги на любую мочку крупные. Так.
Давайте с кольца уж начнем. Где оно у нас тут? Вот такое колечко. Артикул 168, размер кольца 19, цена 1340. Серьги вес 6,62, цена 1290. Так. Серьги Рада. Они длинненькие и с фианитами. Вот такие шикарные серьги. Цена сейчас будет вообще шикарная. Здесь вот розочка. Очень все красиво сделано. Занижен замочек. Серьги подвижные. Вот так вот сзади все смотрится. Артикул 21197. Вес 1167. Цена 2350. Вот такая красота. Так, и комплект. Забыла, как его зовут. По-моему, Веринея. Все, я уже запуталась в этих комплектах. Или вот это не, или предыдущая была Веринея. В общем, комплект с веточкой, скажем так. Вот такой комплектик. Это тоже нанокерамика. Здесь фианиты еще вставлены. Серьги чуть поменьше, кажется, чем кольцо. Занижен замочек на любую мочку. Артикул SN21269. Вес 4,62. Цена серег 1140. И кольцо 18,5. Цена 1510. Вот хотела вас сегодня порадовать, но красную пресню я тогда не успею, потому что я ее подготовила много. Там тоже что-то без пары. Какие-то изделия, какие-то просто остались размерчики по одному. Они на витринке тоже уже выложены в отделе распродажи, так что если перейдете, можете там все уже заказать. Красную пресню, не дожидаясь завтрашнего дня, в принципе. Для заказа, кто первый раз, внизу, вот здесь под видео, Viber, WhatsApp, группу в Instagram, контакты и, конечно, виртуальная витринка. Быстрее заказывать на виртуальной витрине. Если кто не знает, как пользоваться, посмотрите, у нас было отдельное видео, как пользоваться виртуальной витринкой. Отправка, так, частый вопрос сразу, отправка по России 250 рублей, в другие страны чуть повысилась отправка, в другие страны отправка 500 рублей. Отсылаем почту России первым классом с трек-номером для отслеживания, оплата на карту Сбербанка либо PayPal. Надеюсь, вам все понравилось, всех люблю, пока-пока!